Привет тебе! Заканчиваются герои, начинается литературная информация. казак Мамай придется пропустить этого героя, потому что хочется еще раз в следующий раз сначала до конца прочитать этого персонажа. Следующий персонаж это Робин Славный Малый, английский фольклор, очерк пиши читай. Пак, мифология, или пэк, или пук. У дачан, в переводе покер. В фольклоре фризов, саксов и скандинавов лесной дух, подобный античному пану, пугающий людей или заставляющий их блуждать почаще. Он также считается аналогом домового, так как по поверью ему, если оставить еду, то он может помочь по хозяйству. В Англии его также называют хоп, хоббит. Хоп гоблин, Робин славный малый, Робин Годфеллоу. Он написан в сказках старой Англии, Киплинга, говорящее имя. По мотивам Киплинга сняты множество кинокартин. Очерк. Вики Склад. Пиши, читай. Тип. Робин Славный Малый, Фея. Сфера влияния, Лес. Ковер позади меня. Имя на других языках Робина. Хоп. Занятие его – это пугать людей или заставлять их блуждать почаще. Робин подходит только для любителей леса. Для любителей посидеть дома его отождествляют с домовым. Его называют домовой или хоп-гоблин. В иных культурах его называют пан. Например, Греция. Очерк «Пиши-читай» в фольклоре народных сказаний и суеверий скандинавских племен. Робин – славный малый, либо пак, представляется как существо скорее пугающее, почти демоническое. Хотя любителям леса он может показаться добрым другом. В английском фольклоре это веселый эльф Трикстера, Трикстелус, весельчак. Трикстелус – шутник и шалон этого дела лесных гуляний. Вики Склад дополняет «Пиши, читай» ежегодно с 10 по 12 августа сегодняшнего слова в Киллар Глине, графство Кэрри, проводится фестиваль Пака. Фестиваль Робина Славного Малого, Домового или Хоп Гоблина. Один из старейших фестивалей в Ирландии. Очерк «Пиши, читай, Вики Склад в культуре у Киплинга». Говорящее имя. Произведение «Пак с холмов». Пак представляется духом-хранителем Старой Англии, последним из оставшихся фей. Фея холмов, он рассказывает детям сказки и приводит к ним людей из прошлого их страны. Вики-склад, вики, Склад. вики говорит, смотри также Пикси, Бука, Фольклор, Йоу, Лупу, Кики, Робин Славный Малый. Дальше завершает круиз, трикстер, алдар, косе, это вымышленный фольклорный персонаж казахских сказок. Здесь сразу хочется сделать исключение, что в этой стране, которая позади, за пределами этого места, много казахов. Казахи, они в основном черные, брови у них колючие, черные, волосы черные, короткие модельные стрижки. Люди не выдающиеся, домоседы, чернорабочие, разнорабочие, люди есть и богатые среди них, олигархи, мажоры, стендаперы, певцы, политики. Много-много разных казах существует в стране за пределами этого места. Среди них есть и красивые люди, но с подлецой, так как они являются казахами для человека, который говорит на этом языке, чей голос можно будет прочувствовать в компьютерной обработке, на кривой. Они являются поклонниками трайбл-культуры. Они как раз-таки являются с подлицой и юмором вымышленными фольклорными персонажами. Их называют вуф, вуфами. У них круглый такой твердый нос, ярко выраженный пятый палец, отражающийся в вуфе. Много-много таких людей, они есть казахи. Вымышленные персонажи – это неплохо. Герой коротких юмористических и сатирических миниатюр и анекдотов. Его изображают на почтовых марках в Казахстане. Алдар Кассе. Очерк. Литературный образ Алдара Кассе. У него существует множество популярных сказок и анекдотов об Алдар Кассе. Его биография следующая. Сын Беднякова, бедняка, добрый, находчивый и умный Алдар Кассе, но он есть обманщик, трикстер, но в нем есть градации морального толка. Он наказывает жадных богачей и ленточных лентяев, глупцов, шайтанов, домоседов, которые поклоняются и дразнят домовых. Вики Склад. Алдар Кассе ассоциируется с казахским Робин Гудом. Но его оружие не лук и стрелы, как у Робина Гуда, а ум и слово. Алдар Кассе фигурирует также в фольклоре киргизов, туркмен, узбеков и татар. Все они дорожат этим именем Алдар Кассе. Именно Алдар. При упоминании данного наречия слова имени Алдар. У киргизов, узбеков и татар, туркмен и казахов сразу возникает гнев градации морального толка ММ. Бокс, китбокс, карате, айкидо, дзюдо, боевые искусства, просто шайтанство, хулиганство. Просто потому, что человек сердитого славянского внешнего типа назвал это имя вслух. Также среди этого народа существуют гадатели-предсказатели, просто простые люди, которые могут тоже предсказать бегущие вперед мысли из горла, с подбородка, с усов, с волос, с голосовых связок. Все они являются вуфами. Вуф! Как будто собака кричит вуф! Вуф. Аналогичные персонажи у других народов. Вики Склад докладывает. Джоха у арабов. Пулу. Пуги у армян. Ходжа на средин у некоторых восточных народов, в том числе и казахов. Еще раз хочется сказать, что киргизы, туркмены, узбеки, татары, казахи в большинстве своем за пределами этого места, в простом народе, чьи просмотры не смогут подняться выше одного просмотра либо двух просмотров, являются самыми плохими людьми на всей планете. Остальные же люди неизвестным образом приобрели популярность, но внешность у них совсем не привлекательная. Видимо, здесь замешаны средства, Позади меня на ковере расположена моя статуэтка Ганеша, и там специально я положил фрукты, сухие фрукты. Название будет умолчено, и именно, возможно, таковые деньги или какие-то другие средства были вложены в непривлекательных людей. Таких много, это комедианты, это любые другие закадровые люди, которые доносят с экрана музыкальных каналов и других каналов свою чушь и чепуху здесь мне хочется сделать минуту молчания с горя с большого-большого горя Хочется сказать, что они люди не хитрые и придерживаются простого слова вымышленный, вымышленный персонаж. Амирбек у Каракалпаков также встречается в эпосе казахов, особенно южных, ввиду родства языков и культур. Ахмед Акай у крымских татар. Хитрый Будамшу у бурят муж Фике у таджиков, Саляй Чикан и Молла Зайдин у уйгуров. Кемне у туркмен, Тиль Уленшпигель у, у фламанцев и немцев Хитрый Петр у южных славян Гершеле Острополер, Хершеля из Острополера, у евреев Ашкиназов Пекалле у румын. Алдар Кассе, именно вы, персонаж, можно прислушаться к этому слову и достаточно рассмеяться и рассердиться. Алдар Кассе, вуф, по легенде, происходит из рода Рамадан. Очерк, Вики Склад, имя в переводе на русский язык, прозвище Алдар Кассе означает «безбородый обманщик». Алдар, обманщик, плут в руку, острослов, а Кассе значит безбородый. Трикстру Алдар Косе приходится вымышленный персонаж. Вымышленный. На ум сразу приходит почему-то подмышка. Вымышленный. Герою отпущены вниз место роли в кино, жанр комедия, мультфильмы, анимации, телесериалы очерк «Пиши, читай» заключается в том, что память в титул его наименования есть улица алдар Кассе, город Алмата. Алмате. Следующий персонаж Пыл Пуги, фольклор народа армяне, персонаж армянского фольклора Шут при дворе, дворянин, титул Господин Кот или Кот в сапогах Мелик Шахна Зара. Пиши, читай, допом... дополнил эту историю своим юмором. Очерк, пиши, читай, означает образ пыл Пуги с армянского сумасшедший Пуги занимает сатирический образ хитреца Балагура шута острослова, стоящего у трона сильных мира сего. Уважаемый и почетный титул позволяет ему себе высмеивать хозяев, их хозяев, и хозяевские недостатки. Само имя Пуги уменьшительно-ласкательное от погос. Портотип персонажа «Пиши, читай» дополняет народное поверье, а также ряд исследователей, в числе которых армянский фольклорист, имя чье авторскими водительскими правами решено скрыть, так как оно было пропержено, утверждает, что пыл Пуги в действительности существовал. Это интересно, потому что предыдущий персонаж является полностью вымышленным вуфом, а пыл пуги действительно существовал. Их сила образа не расходится по силе с самими богами. Но одни, один из них является вымышленный, а другой существовал в действительности. Он родился в селе Аветараноц в 1713 году, а умер в 1815 году. Похоронен на границе города Шуша у села Аркатала. Трикстеры. Все. Дальше литературные персонажи. Пыл Пуги. Фольклор народа армяне. Сейчас скажу. Алдар Кассе – вымышленный фольклорный персонаж казахских сказок, казах, туркмен, узбек, татарин, Робин – славный малый, Робин Годфиллоу, английский фольклор. Еще раз хочется прочитать заново «Казак Мамай», возвращаясь назад, домой на родину, на Украину. Казак-бандурист. Один из самых популярных на Украине образ казака – рыцаря. Лыцаря. Своеобразный идеал украинской мечты той эпохи. Идеализированный образ казака и своеобразный духовный символ – его пол поэтому является мужским, Впервые он появляется в народном украинском кукольном театре, так называемом вертепе. Картины казака Мамая появляются с середины «Жили-были, да добра наживали веки». Символ стал настолько популярным и метким, глубинным образом среди народа Украины, что даже конкули... Не от слова конкулятор конкурировал от слова конкуренция соперничество с иконами Украины. Многие исследователи склонны отождествлять образ казака Мамая с беклярбеком Золотой Орды Мамаем из Аргузунского племени Киат, чьи потомки участвовали в формировании казачества на Украине в то же время в прошедших веках единицы из картин, которые могли соперничать с иконами канона градации морального толка и веры, в оригинале имели надписи, которые датировались колевщиной. Там на Украине есть такое место было иначе персонализировано, что позволяет иным образом номинировать главного персонажа и, соответственно, сами картины, как казак Мамай, фольклорист. Пиши, читай, очерк, краткие сведения, канонический образ. Казак-бандурист, сидящий со скрещенными ногами. Среди дополнительных элементов чаще всего встречаются горилка и закуска, дуб, рядом пасущийся конь и казак в кафтане. На картинах времен Калевщины, как правило, также присутствуют сцены казни врагов. Сказания о казаке Мамае можно встретить среди народных легенд – переводов и прибауток, картин, живописи. Но лучше всего его образ воспроизведен в народной живописи, где казак в бархатном жупане, в софьяновых сапогах и синих шароварах, изображен красками, у него круглая выбритая голова и закрученный за ухо оси лет цен. Длинные усы, черные брови, карие глаза, тонкий нос, румяные щеки, портрет красавца-молодца, которым он слыл в народном воображении. Казак Мамай на таких картинах всегда рисовался кобзой, которая является символом певчей души народа. Хочется сделать отступление, что и здесь, за пределами этого места, существует много полуукраинцев и украинцев. Они также, наряду с казахами, чернорабочие, грязнорабочие, плохие руки, являются очень плохими людьми. С такими людьми приходилось сталкиваться, все они являются мышками-нарушками в русском доме конь на картине символизирует верность родине, Украине и неотступничество от своей родины, дух и силу. Человек любит свою родину, часто на рисунках его изображение изображено рядом с копьем и с флажком казахского штофа и рюмка. Это вещи, связанные со смертью. Казак копье ставили на месте захоронения, штоф и рюмку клали на могилу. Они напоминали о мимолетности жизни, о казахской судьбе, в которой была угроза смерти в бою повседневной реальностью. Только с кем? Такие картины рисовали на полотне, на стенах зданий, окнах, посуде. Они соперничали с иконами, их клали на дверях, брали с собой в лес в виде красочного, сочного подтекста жизнедеятельности. Часто с надписью на украинском языке «Я, казак Мамай, меня не занимай», что в переводе означает «меня не трогай». Это свидетельствовало о доброте, независимости, о веселом нраве хозяев произведений. Очень глубоко сердечная картина, потому что когда идешь за пределами этого места, смотришь открыто-откровенно человеку в лицо, и сразу видно, что он сейчас бросится с кулаками на тебя, то есть на меня, на мое тело. Хочется эту историю перенять на себя, и еще раз хочется сказать о том запредельном мире, которой не стоит даже рождения, не говоря уже о смерти. Упомянутые рисунки ниже, в складе которые можно посмотреть, сохранились до нашего времени. Они украшают дома, интернет-пространство, книги. Они рассказывают о вкусах, о мировоззрении, о родине, о природе, о такой природе, которая расположена позади меня, и прочих-прочих плоскостях мира жизнедеятельности. В оставшиеся шесть минут, пытаясь объяснить популярность у украинцев образ казака Мамая, который соперничает с Иконови, советские историки, которые пожелали остаться неизвестны в своем имени, потому что они непроизносимы и пропержены, своими политическими, зверячими, неподходящими мнениями Полтавское княжество, княжество Мансура, истоки, созданные потомки Мамая из рода Кият. Пиши, читай буква в букву. Портрет воина-бандуриста мог появиться сперва как собирательный образ пограничного жителя княжества. Ведь метисом, мулатом, наполовину Одной национальности наполовину другой национальности очень часто приходится ужиться в этом мире как идеал красоты и совершенства. Мансур и его ближние потомки произвели на свет портрет Мамая, но еще не Мамая и тем более не казака. Но уже в то время он был композицией, которая могла соперничать с иконами. Восточная живопись имела большое влияние, имела хождение у Мансуровых татар, едва ли не сохранилась до монгольских времен, но со временем исчезла и ее заменила старая буддийская религиозная картина ⁇ Казак-Мамай ⁇ смысл которой давно забыт ⁇ это находиться на природе, жить на природе, отдать свои ноги, голые стопы земле и не остаться бедняком. Этот мамай, полутатарин, полусеврюк, был еще далеко не украинец по своему этническому самосознанию и культурному облику. Но он успешно защищал свое славянское население Украины от крымских набегов и потому стал весьма популярен. Что это за набеги на природу? Это удаление природы, например, славянской природы. Если что-то из картины, из ковра исчезает, то в этом смело можно обвинить крымских татар, их семечки, набеги, их мечеть, старается удалить, показать некий иной мир, их равно мира. Пиши, читай о казаке Мамае рассказывает уже в следующий раз. Этот герой сложен только потому, что впереди него поставлен лис Микита. В некоторый раз было замечено, что если перед героем стоит лис, то эта история и последующая история будет длиться несколько серий, несколько недель ради видео дневника ее можно прочитать, но запоминать не обязательно. Пока тебе.